переводе на русский означает «до свидания, мой милый, очаровательный, незабываемый Париж». Похоже, мы слегка заблудились. Опять туман. Мне кажется, мы здесь уже были. Предлагаю сделать привал. Отличная идея. Я как раз позвоню жене. Ха-ха-ха. Жене он позвонит. Последний раз я видел по телефону цыган. Но настоящему пилигриму ничего, кроме котомки, шляпы и посоха, не нужно. Пытаться вернуть все вновь, ожидания пусты. И мне не кажется теперь, навсегда закрылась дверь, такой холодной стала ты. Посмотри, наша глория в пыли, оправдания смешны, лишь осталась в сердце грусть. Я уйду тихим сном, пока ты спишь. До свидания, Париж, обещаю, что вернусь. Yeah.